Так, дружище, усаживайся быстрее, поудобнее, быстрее. Заваривай пельмешки, наливай себе чаёк куда-нибудь, прям вот туда, не знаю куда. Напиши в комментариях, куда. И ставь свой княжеский большущий лайк, пока моя дочка позволяет мне запилить вам видосик, друзья. Надеюсь, не помешает, мы запилим видосик. А именно, друзья, роллинг. Роллинг у нас непростой, а, грубо говоря, золотой, на почти бездонатном аккаунте. И не знаю, давайте посмотрим, что вообще получается. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Каев. 231 тысяча силы. Молодой, вообще сочный, молодой аккаунт. А что у нас по донату? По донату у нас 82 тысячи. Это как бы, ну, бездонатный аккаунт. Я знаю, вы меня прям в комментариях будете за это вот цеплять. Бездонатный аккаунт. Чё в наше время? 82 тысячи самоцветов. Вообще, пыль на пальцах девелопера IGG. 82 тысячи самоцветов задоначенные, друзья. Находится игрок в гильдии под названием Атлантидс. Вот, Атлантиды, короче, факелов 20-45, защита факелов 20-50, БГ не пропускаем. Смотрите, дофигища мест свободно, так что, друзья, ищите для себя гильдию, вы недавно начали играть, смело берете и вступаете. Далее, что мне хотелось бы отметить? Слушай, ну я вижу тут крутых героев. Надо перед роллингом, конечно, вообще на них, блин, посмотреть-то вообще. Вот что это такое? Ледяной Феникс есть, да, на аккаунте Ледяной Феникс. Огнекрыл есть. Фрея, оккультист. Ну, что-то могло быть и побольше. На самом деле, дофига кого нету, судя по всему. Я поначалу даже Феникса... Да что ж у меня блюстак-то так глючит, а? Твою ж дивизию-то, а? Ёперный ты театр! Напишите, кто пользуется глюстаком. Глюкстаком! Вы посмотрите, классно я сел роллинг записать. Напишите, пожалуйста, кто пользуется глюкстаком. Вон, у вас тоже так глючит? Я сначала заметил это, когда меня из Нарсии начало выкидывать. Я думал, ну это вот Нарсия. Ничего с этим не сделаешь. Но потом как бы и в других играх начал выкидывать. Я такой, у-ху! Что это такое? Ну ладно, мы продолжаем. Эй, ну давай, сейчас хоть не тормози. Надо походу перестанавливать его, сносить все, удалять все. Так, доната мало, заходим в Нарсию. В Нарсии у нас что происходит? Ух ты, 17 плюс 23 героя не хватает. Так, мастер рун, некрос, понятно, мастер рун, фобос. Дальше, это все донатное, мастер рун, фобос. Полярный лист, леди божество, тоже донатное. Вы просто посмотрите, какое количество донатных героев. Берсерк. Пепельная Матрона, остальные донатные. Асура, Бард донатный. Архмахатма, Холодный призрак, Дама Холода, Скиталец и Миша. Ну, давай попробуем. Ну чё, этот землерой... Землеройка-то у нас тут есть, да? Ладно, давайте попробуем повыбивать. Чё у нас получится? Вы ставьте лайк. И чем больше лайков, тем больше шансов что-то выбить. Тут есть даже блатные карточки. Ну, это мы в середине роллинга откроем. Давайте сделаем так. Ну что, 25 тысяч самов. Посмотрим, есть тут удача или нет. Так, подписываться, ребят, не забывайте. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается игра. Череп, оборотень, циклоп, палач. Кристаллический эктоплазм, друид, наемный убийца, шаман, эгей, тритон, сноузила. Ты чё вообще? Где герои-то, а? Я чё сюда пришел? Херню всякую выбивать из 2016 года? Оно вообще... Космо. О, ну Космо вроде был. Космо-то тут был. Ну вот единственный более-менее нормальный герой выпал. Давай, где? Где? Что? Зачем и почему, как говорится? Душегуб. Не останавливаемся. Ребята, давай, героев. IGG. IGG.
собрались. Мастер Рун, приди. Космо еще раз. Но это просто издевательство. Это, знаете, закон подлости. Фараон Суккуб. Когда у тебя не хватает там кучи героев, тебе как бы падает редкий герой, который у тебя и так есть, но хороший, допустим. А потом назло падает еще по второму кругу. Хотя вместо него могла упасть пепельная Матрона, ёпта. Вот. Вместо него могла упасть пепельная Матрона, но она выпала сейчас. И это не может не радовать. Давай до первой легенды. Пепельная Матрона пришла на аккаунт. Слушай, у нас тут, походу, первая легенда-то и не случится. Эй! Фобос! Фобос, я не знаю, но он был на аккаунте. Окей, пошли, откроем нечтить. Ну, слушай, уже как бы эти 50 тысяч самоцветов потрачено нельзя. Ой, нельзя. Не зря. Хотя там, ну, в коллекцию герой пойдет для судьбы. Но, тем не менее, ну да, как бы с одной... Вот знаете, роллинги такая вещь. С одной стороны, вроде радуешься, что выбиваешь героя. А с другой стороны, понимаешь, блин, их могло бы быть и больше, а их что-то как-то вообще мало. А хотелось бы побольше, а их что-то как-то мало, понимаете? Вот, и, скажем так, идеалу, друзья, нет предела. Ну, судя по ништякам, аккаунт давно уже бездонатный. Я думаю, может быть, там в начале его жизни этот донат происходил ради Огнекрыла. Не знаю, ребята. Но ништяков достаточно мало. Все они с халявы. Вот это сундук запределья. Воу-воу-воу. Собирается у нас тут потихонечку некроз. Воу-воу-воу. Давай, это что у нас? Это у нас некроз. Это что у нас? Это у нас ерунда. Это что у нас? Сундук запределья 3. И это у нас тоже некроз. Это что у нас? Ой. Это что у нас? Ой. Так, что отсюда надо? Землеройка вроде на аккаунте была, Феникс был. Да, в принципе, отсюда ничего такого, знаешь, толкового и не выпадет. Ну, давай откроем. Если будет космо, я угарну. А нет, как обычно, все стандартно. Самый нужный герой на свете выпал. Какой? Да, вы правы. Это, конечно же, Трифид. Без него в нашей жизни никуда. У нас еще, ребята, 20 тысяч самоцветов. Попытаемся выбить еще недостающих героев, а именно Мастера Рун. Там еще кто-то был, Землеройка. Вот, всякие разные. Ну, как-то падает. Падает не сильно бог грома. Не сильно капитан Дрейк. Падает как-то не сильно активно. Не так, как хотелось бы. Если что-то и выпадает, то чаще всего это какие-то старые, там редкие. Опа! Еще один недостающий в копилочку. Ну окей, сейчас уже чуюсь лучше. Может быть, из вас даже поставит кто-то лайк. Может, я же знаю, дофига. О! Просто, короче, надо блюстак перестанавливать. Вот, потому что это жесть. Потому что это жесть. Невозможно играть вот так вот во время битвы гильдии вылетит. Во время... Грустно будет, да. Так что эту вот рождественскую залупу нужно сносить. Сносить нахер. Слушай, ну, надеюсь, ничего не заглючило. Скитальца-то получили? Да, скиталец... Подожди. У него кровавая Мэри есть. В общем, походу, какие-то герои не открыты. Ладно. А хотя, стой, я не видел, чтобы она была недостающей, кстати говоря. И дуэлянта не видел недостающим. Так, скиталец и пепельная Матрона. Ну, нам хочется что-то побольше. Знаешь, еще какого-нибудь третьего недостающего выбить за 50 тысяч самоцветов. Это был бы, наверное, неплохой результат. Королева Гарпий, но падает, как вы понимаете, всевозможное доисторическое, скажем так, говно. Капитан Дрейк. И если... Оп! Да. Нет, ну здесь-то ты уже должен лайк поставить и подписаться. Ну,
Мне прям руками сама себя хочет задушить. Это, конечно, да. Слушайте, ну за 50 тысяч, за 50 тысяч, за 50 тысяч, за 50 тысяч, друзья, слушайте. Да, это там не самые крутые и полезные герои, но, блядь, это недостающие. И свеженькие такие, знаете. Вот, без запаха потных трусов. Так что я считаю, это отличнейший результат. Триант. Малышник, давай еще кого-нибудь. Было бы супер эпично, но я уже даже не надеюсь. Давай, мастер рун за последнюю попытку. Давай еще так ударим. Вот чтоб... Все. Вот чтоб вот так вот эпично было. Короче. Короче, ребята. Я жду ваших комментариев, как вы все это дело оцените. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Не забываем ставить лайки. Спасибо, что вы дождались так поздно это видео. Я уже просто жду момента, когда я начну вам выкладывать видосы раньше, а не на ночь глядя. Жду вас в гости на сегодняшнем стриме. Я пока не решил, какой стрим запускать. Всех целую. Пока.